Как подключиться к конференции с Томасом на телефоне? В первом ролике я показал, как это делается с компьютера. На телефоне все аналогично. Ссылку вы получили. Кликаем по этой ссылке. Zoom на телефоне уже установлен. Открывается Zoom, и вот посмотрите, появляется вот такое окошечко, которое я не смог записать на первом ролике. Вам требуется поле с именем вбить, как вы хотите, чтобы вас видели в конференции. У меня Игорь Иванов почему-то, ну просто Игорь оставлю. И вот сюда вбить электронную почту. Вбивайте ту почту в идеале, которую вы использовали при регистрации в Zoom. Если не помните, блин, ну вбейте какую-нибудь другую почту. Ну, например, вобью нашу корпоративную почту. Все, поля заполнены, нажимаем «Продолжить». Аллилуйя, вы участник конференции. Итак, коллеги, времени все меньше, пожалуйста, не тратьте время, подключайтесь. Еще раз повторюсь, вы не можете включать телефоны, веб-камеры свои, только общение в чате. То есть слушаем президента и задаем ему вопросы в чате. Есть еще кнопочка «Поднять руку», тоже можете ей пользоваться. Вот, посмотрите, это чат. Нажимаем на эту кнопочку и пишем вопросы. Поднять руку – это если есть вопросы. Ну, то есть ничего сложного нет. Все как в обычной конференции. Благодарю вас.